Ну и смотрим выступление спортсменки с Кореи Со Юн Ли. Еще очень-очень долго буду вспоминать Йо Сон Же, великую корейскую гимнастку, которая была призером топ-соревнований, ну, за исключением Олимпийских игр. Ну, вот сейчас в Корее как бы нет еще такой звезды уровня Йо Сон Же. Но, тем временем, оценка льду Ашрам, как я вам и обещала, 21,9 балла. Вот сложность предмета 7,9. То есть, можно представить, сколько всего длиной сумела выполнить за эти полторы минуты именно в работе с предметом и получила...